Всем привет! Данный видеообзор специально подготовлен для рыболовного интернет-магазина F-магазин. На обзоре воблер Bud Premium B444 Bali. Указано, что 130 мм, цвет MR05, от 0,1 до 2 метров заглубления. Вес воблера 22 грамма. Ой, не 22, извиняюсь, 23 грамма. Вес воблера 23 грамма. Такая вот тут резинка, чтобы не царапали воблер крючки, не повредили воблер. Никак не хочет отцепляться. Надо ее порвать и все. Ага. Вот так вот он выглядит. Тут написано Bud Premium Bali на пузе модели воблера. Здесь на спине Bud написано. Пальцы крючки отлично прилипают. Здесь заводное кольцо. Так вот он шумит. Производитель уверяет, что воблер slow flatting. Медленно всплывающий, по-моему, переводится. Сейчас надо его будет взвесить. Производитель заверяет то, что он весит 23 грамма. Сейчас посмотрим. А у меня показывает 22 грамма. Ну, все правильно. Грамм плюс-минус. Считаю, что это нормально. Воблер копия или реплика на Dibs Bali Song. Депс Балисонг. Специально взял его на твичинг по ловле щуки. Данный товар можно будет приобрести по ссылке в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. До встречи на канале.